Всех рада приветствовать, с вами Наталья, и сейчас мы с вами сделаем распаковку моего заказа по второму каталогу. Значит, вот он пришел вот в таком виде, и, соответственно, что мы идем. Да? Это вот идет каталог следующего периода, который начнет свое действие с 20 февраля по 5 марта. И вот такой вот подарок ожидает того, кто оформит заказ на, так, на сумму, получается, по-моему, наверное, 40 при заказе от 29 рублей. То есть вот такой вот, смотрите, классный подарок. Дальше. Итого за свой заказ я отдала 64, получается 87. Но за счет того, что у меня объемная скидка приходит, это моя зарплата, я заплатила 22,58. Что у меня есть? Значит, это вот идет два карандаша. У меня заказывают клиенты. Это автоматический карандаш для глаз. Артикул 28,53. В черном цвете. Вот такой вот карандаш. Дальше. Заказала вот такой вот земляничный гель для душа. Я сниму отдельно на нем видеообзор. Мы с вами посмотрим. Это в объеме 380 миллилитров. Артикул, значит, 20005. Вот он такой вот идет, видите. Дальше. Что у меня здесь еще? Решила себе попробовать вот такой вот крем. Это идет крем с моментальным осветляющим эффектом, SPF 15 от пигментных пятен. То есть сейчас уже, скажем, идет февраль, поэтому кожа лица нужно мазать солнцезащитными средствами для того, чтобы не возникло вот такой проблем. По отзывам я читала о том, что это хороший крем, поэтому решила попробовать. Это серия Эксперт идет, поэтому решила попробовать. Объем 50 миллилитров, артикул идет 11,63. Вот таким вот образом он, вот он выглядит. Дальше, что я еще заказала? Я же пользовалась вот этой вот сывороткой Эксперт Коллаген. То есть я ее приобретаю, это, наверное, даже третий раз. Активная сыворотка для лица с коллагеном. Активный вход для зрелой кожи. То есть мне понравился, отличный вариант. То есть она идет такой в жидкой консистенции, отлично впитывается. В принципе, хватает надолго. Артикул идет 10,75. Так, 30 миллилитров. Вот такая вот идет вот сыворотка с коллагеном. Далее. Что у меня здесь еще интересно? Вот такие, вот, соответственно, еще как на обычном заказе приехали. Решила попробовать для себя вот такой вот энзимный пилинг, энзимный мусс для лица с энзимом. Это в качестве, как идет, обычная пенка для лица. Объем 12, артикул 12-19, объем 75 миллилитров. Обычно вот в такой пенообразующая. Вот, и решила попробовать еще обновляющий ночной тоник с фруктовыми кислотами. Это полезные, скажем, для лица кислоты. Артикул идет 12-14. Курс по умолчанию рассчитан на 2 месяца. Значит, продлить курс, если кожа жирная, пористая, грубо продлить курс до 3 месяцев. Поддерживающий уход 1-3 раза в неделю. То есть обычный тоник идет в объеме, наверное, 110 миллилитров. Вот такой вот тоник. Вот я для себя хотела. Я хотела приобрести. То есть вот эту вот серию, чтобы было именно вместе. Ну, посмотрим на результат. Нам пока сложно что-либо загадывать. Дальше, что у меня еще? Вот такой вот решила приобрести, значит, что это детский шампунь гель для душа, бессульфатный, артикул, так, артикул 27,92, так, объем 200 миллилитров, вот такой вот, и я периодически приобретаю. Мне нравится вот такой вот крем-мыло для рук. На сегодняшний момент это у меня идет с миндальным маслом и молочком, молочными протеинами, 28,73, артикул 300 миллилитров, его хватает надолго. Сейчас приобрела, да, потому что в предыдущий раз в наличии его просто не было. Мне очень нравится. Я периодически из этой серии меняю запах вот действительно миндаля. Вот, отлично. Ну и, соответственно, я захотела именно еще приобрести это новиночка наша, да. Вот такие вот пробники. Вот такой вот пробник. И вот такой именно женская вот парфюмерия. Вот, с вами я поделилась своим заказом. Я рада быть полезной, если вам где-то что-то, например, из каких-то товаров понравится. Вы всегда можете мне написать. Поэтому будут вопросы, конечно, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего вам хорошего.